Все. Можешь начинать тогда. Поехали, блядь. Это все, насколько ты, типа, глубоко способен погрузить свой ум. Это достать до реального креативного сознания, потому что ты работаешь в поле ума, ты работаешь в сфере, где вот наросты вот этого сознания нашего материального. Что это? Пойми это, бро. Ничего нету, ничего нет. Есть только пустота. Пустота с большой буквы, и она прекрасна. У меня громкость упирается в минус 10, так что нормально должно быть. Будешь не рыться, ты все будешь отбрасывать, отбрасывать, пока ничего не останется. Или потише сделать. Это все нормальный процесс, просто нужно быть более хитрым и использовать что-то более основательное и долгое. Ты просто используешь слонов, а нужно использовать китов. Слонов, блядь. Слоумо, может, блядь. Там показывают мир не такой, какой он есть, поэтому и проблем много. Так, ну вот этот звук, что на заднем фоне, мне нравится, прикольно. Вот это уже атмосферно, типа. Не, не вот это вот. Это конец было? Да. А, это переходик такой. Я понял, что это за сниппет. Every day, fashion life, shine bright, типа diamonds. Miami, Paris, special location, private. Fountain blue, унеси мой кэш пустоту. Fountain blue, унеси мой кэш пустоту. Я вошел в пустоту. Гоша и Гаспар тут. У меня ID ру. Я делаю тему как ру. Шара, я и так знаю, я крут. Криминал Михаил Круг. Сука попала на крюк. My life such tycoon. I'm fresh, тобой гум. Тейп сказал ей бу. Реально, haunted hotel room. Five stars типа Джон Глум. У меня сквак как скул. High in the sky like crew. I got it crushing you. Hit me up, Стасик Ароникалу. Yeah, сколько можно думать, что ты overpriced. Дешевая, сука, делает advertise. Она хочет факаться, она хочет likes. Я сияю на дешевых, это sunrise. Припев хороший. Кондиции. Я не хочу видеть их лица. Моя сука музыка. Твоя сука пылится. Говорю, я не фокаюсь полицией. Ты знаешь, я нормально уебу. Бро, ты же знаешь, что не было ясно. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Это Шаури Сэй. Но на ней православный крест. Привезу типа лей. Анта, антурбай, как зомби. Earthquake. Это разогрев. Earthquake. Это разогрев. Дабл армаске. Every day, flashing lights, shine bright, типа diamonds. Miami, Paris, наша location private. Fountain blue, унеси мой кэш пустоту. Fountain blue, унеси мой кэш пустоту. Унеси, унеси, унеси мой кэш пустоту. Унеси, унеси, унеси мой кэш пустоту. Так, ну, тут, скорее всего, блядь, мы следующий слушаем. Не, подожди, что-то надо сказать. Что-то надо хочется сказать, блядь. Для меня тут качающим моментом стал, типа, вот этот басок очень хорошо, ну, типа, вот этот дроп проработан. Ну, типа, конкретно вот эта жирность баса, блядь, она добавляет свега, под который можно качаться. Типа, если, блядь, баса бы не было... то я бы не знаю, такой, типа, посредственный трек бы был. Знаешь, вот, блядь, как Resident Evil вот этот ебучий. Ну, типа, поменяли, да. Поменяли бит, структуру трека, и уже звучит получше. Я бы такую хуйню в машине включил. Да, в машине определенно хорошо бы звучало. Бы выключил, да, и просто бы разложился где-нибудь, блядь. Кайфом, блядь, напополам. Ну, здесь трек. Больше биток зарешал, это очевидно. Да, да. Текст такой, типа, слабенький. Ну что там из панча? Разогрей и круг, блядь, все, больше ничего такого не было.
Да, разогреблять это сильно. Это вот просто реально пацан это на сходке в Роблоксе, блядь, написал разогрей, и все, пиздец. Это доросло до строчки в треке. Я думаю, ему можно гордиться. А лучше уже не будет. Че, next? Угу. Только название какое? Вот это Blue, да? Баблар 24, мы продолжаем делать очень, сука, жестко. Я хочу, чтобы мои деньги никогда не умерли. Я хочу, чтобы мои деньги никогда не умерли. Я желаю своему кэшу вечно жить. Наши мани Феникс, но не Джо Дивижены. Досок на холмы. Мы живем чуть дальше, там, где не знают, где мы. Про тебя тут скажут, никто не знает, кто ты. Я ебал, кто ты, я вообще не ебу, кто ты. Музыка моя жена, рэп это моя ита. Лос-Анджелес моя земля, Дабл Р это змея. Кэш, наймай, саунд 2. Сейчас жирный дроп будет? Мы просто так как свилищийся прямо мы не думали. Сука, лоха, не Габриет, но рыбы щипаны. Отрастю себе бороду, как скуп я новый джепопи. Я реально думаю, хэв метал 2 уже бананы. Моя сука, фараон, раньше было лучше. Чел без жизни так пиздел, что его братик умер. Чел без пизды так выглядел, будто травил убер. Рассказывай стих искусства, вау, флекси на них. Девять мать ебаных тип, сделал кей за четверых. Каебет их в саркофаге, Егор больше, чем JB. Кожа белая, как йогурт, я мертвее, чем любит. Я собрал и послал нахуй Харвис, Крэп, Янур, Амин. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва, они не как мы. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва, они не как мы. Новый национальный флекс, она пишет, ну ты капец. Твой месседж типа SMS. Граним, сука, подожди. Я хочу, чтобы мои деньги никогда не умерли. Я хочу, чтобы мои деньги никогда не умерли. Я желаю своему кэшу вечно жить. Наши мани Феникс, но не Джо Дивижены. Блядь. Ну, бразильский фонг, окей, окей, такого я на хэви-метале точно не ожидал, блять, вот. Типа это, знаешь, вот Е дропнул свой альбом с бразильским фонгом, они такие, давай нахуй, тоже свою, блять, версию заебашим. Ну, блять. Да хуй знает, блять, это такое... Спорное нахуй решение, пиздец вообще. Не знаю, типа, если бы не скептическое отношение к бразильскому фонку, типа, мне, ну, мне более-менее, кстати, зашло, я не знаю. Ну, как будто это надо разжевать. Это окей, лично для меня это окей. Базар Джексон. Кстати, по-моему, пропустила трек, потому что второй был Фоучи. Бля, я не хочу этого говорить, это вообще, блядь. А сейчас какой играл? Феникс, блядь, по-моему. Не понял. Второй трек скипнул, а второй скипнул. Почему альбом называется Heavy Metal? По приколу. Бразильский фонк в натуре. Ну чё, тогда слушаем второй. Let's go. Нет, это ж мы слышали только что. Но. А, ну у меня шиза случилась. Тогда Bloom next, let's go. Всё. Это четвертый, да? Считай. Ну да. Вся суть в Лондоне мертва. Что там? Давай что Гедерс, блять, ебаный. Блять, ебаный. No comments, no comments. Блять. Ебаный рот. Реально? Не, окей, окей. Помощь, смотри, я бы хотел с тобой провести каждую ночь. Говорить о вине.
чем прочим. Когда мы вместе, каждый день короче. Baby, фотчик, я хочу тебя Big city life, night out, and we don't know. You give me as much hype as I get from Bloom. Вот это кринжа полная, блядь, мне вообще, блядь, пиздец. Я хотел найт, полная тонировка Big City Life. Big City Life, Big City Life, that's what I like, that's what I like. Big City Life, Big City Life, that's what I like, that's what I like. Я никогда не против того, что ты меня раздеваешь глазами. Но я не просто хочу, хотя что между нами. Но мне нравится, когда ты лезешь туда руками. Хоть и не важно, это ты или друга. На себя все самое дорогое tonight. Полная громкость и скорость тачки. Yeah, we outside. Дым сигарет потом, дым сигарет потом. Заберу тебя с собой, заберу тебя в Нью-Йорк. Big city life, night out, and we doing room. You give me as much hype as I get from Bloom. Yeah. Что скажешь? Для меня слишком кринжовый вот этот момент, где, типа, ну, голос понижен и басист, и вот эта вот хуйня, это просто пиздец. А вот где начинают вступаться, ну, типа, вот лиды вот этих из нулевых, это, блядь, более-менее терпимо, кайфово, блядь. Если бы не этот момент, трек бы был бы хорош лично для меня. Потому что в этом есть какой-то вот, ну, знаешь, вайб нулевых, но, блядь, это ж, ну, пиздец вот это вот, ну, вступление, с которого начался трек. Для меня это пока что сложно понять. Это твое мнение. Бля, да я даже не знаю нахуй, как это охарактеризовать. Бит да. Моментами понятно, норм, а так хуета. Ага. Да, да, к музыке вообще вопросов нет, хороший уровень. Типа это уже не кислотный, знаешь, вот этот вот серумный бан, блядь, обычный. Да. Это что-то уже такое, вот посидел, реально потыкал, сам написал, как будто, ну или купили, хуй знает. Но, блядь... Чё-то, блядь, ну это не то чтобы попса, блядь. Короче, давай Рину Пластику послушаем. Я надеюсь, они не будут залезать слишком много на ТикТок аудиторию. Это пизда вообще. Чисто для тебя. Ну я такое не слушаю, блядь. Вот реально есть вот такой музыки аудитория? Это, блядь, для этих, для каких-то там, ну вот этих танцев охуенных, ну для деревенских чисто. Чисто, знаешь, какую-нибудь хуйню такую заснять. Да-да-да, это знаешь, как Бушидо Джо начал тоже вот с Арне, блядь, икшаться. И вот у них вот этот вот альбом последний. Это чисто деревенская хуйня, блядь. Ну это просто колхозник, я представляю, он в таком стоит, адике, и такой. Я даже ни один трек не назову, блядь, оттуда. Ладно, поехали дальше. Что там? Let's go. Длина пластика. Тупой чел хочет со мной статику. Оформляю ему ринопластику. Surgery. Ебать! Это пластическая операция. Давим на газ и скрываемся от ситуации. Бля, спиздили машину. Через 5 минут он танцует. Ебать! Для решения проблемы не требуется полиция. Если ты не файбер, это слабая позиция. Wake up, вы ауры, оппозиция. Нет, сука, пистолет, у меня амуниция. Я для суки уникальный, будто за границей. На мне ща порно звезда, а на тебя Ориджинс, бля. Все твои татухи хуета моя, Дэвида. Чё? Мои суки, карточка лица на верх хранена. Скинул, суки, 20 килограммов, привез один пиней. Влажу где-то 3 ляма в лицо, но я не гей. На мне Алекс Диджей.
неправда. На тебе бренд тварей. Ваш ментор чё-то Будда, а наш ментор это Кани. Мы любим мовы-мовы. Мы любим мовы-мовы. Мы любим мовы-мовы. Мы любим мовы. А ты всего лишь группе. А ты всего лишь группе. А ты всего лишь группе. Наша группе. У тебя один стоматокс на спину, у меня с Меган Фокс. Мерлин Мэнсон видел липстик, а твой клип фараон. Я богатырую стилу собора парижской богоматери. Был очень лютым типом since day one, since живот матери. Тупой чел хочет со мной статику. Оформляю ему ринопластику. Surgery называй это пластическая операция. Давим на газ и скрываемся от ситуации. Бля. Heavy metal 2. Дэм. Дэм. Вот по вот этой штуке мне уже сложно что-либо сказать. Типа, ты знаешь, блять, ну вот, я понял, в каком направлении будет двигаться альбом, более-менее. Не, ну ты подожди, там еще Трэвис Баркер, блять, там еще рок реально будет. Ну ладно, да, Ракешник тоже не надо отпускать, но, блять, вот это вот как будто вот, блять, ну вот эта вот тема тоже нулевых захвачена. Немного, но... Бля, мне кажется, знает. Фастфуд ебаный. Фастфуд. Вот они хотят вот прям вот во все нахуй влезть, и поэтому концептуальность идет нахуй сразу. Это точно фастфуд. Вот этот трек я бы уже назвал типа проходниковым, потому что ну такие просто вот, ну, со средним, не бенниме. Не знаю, блять, он... Ну, он ничем не зацепился, блять... Бит нахуй один и тот. Чего? Уже буду там подъебали, что еще? Ментор Кани, блядь. Ментор Кани, блядь. Мой альбом, типа... Мерлин Мэнсон. Мэрлин Мэнсон, твой фараон, блядь, вот это. Ну... Пока что грустно. Пока что? Ну вот это, да, вот это вот такое маленькое разочарование. Следующий трещок у нас идет Папарацци. Она всегда на фото so good. Она всегда на фото so good. She on every photo looking so good. She on every photo looking so good. Она так хотела в Голливуд. Hollywood. Окей, Беверли Хиллз её тянул. Yeah. Она берёт и делает Ozempic. Она берёт и делает Ozempic. Дорогой VIP, чёрные стекла вниз. Ула верю в ванну выпить коктейль от Хейли Бибер. У неё нет OnlyFans, но есть охуенный низ. Fashion Week в Нью-Йорке сделал её кошелёк Велиз. Wake up. И сразу pull up very fun. На full black judge. Посмотри на нас, бля, can go wrong. Я знаю, куда иду и кто на меня смотрит. Мы купим в колобазе Sim Mansion. Засекай полгода. На неё подписан весь мир в инстаграме с фейков. Её лето было, да, сумкой от Марчейка. Все её подруги это Hollywood селебы. She won't roll boyfriend. Наймай здесь, как здесь, бля. Она всегда на фото so good. Она всегда на фото so good. She on every photo looking so good. She on every photo looking so good. Я знаю уже много секретов по LA. Искупаю ряд грехов прямо с Apple Pay. В яме с одаренными она тонула в кей. Ща плачет одна и слушает Black Cray. Expensive pain everyday. Expensive pain everyday. Expensive pain everyday. Expensive pain everyday. Это жесткий проходняк. Прям вообще пиздец. Как будто здесь они пытались, я не знаю, рассказать, ну вот по названию трека, да, как они устали от папарацци, просто, ну, про свою жизнь под супертипичный биток, который, блядь, ну вот, я не знаю, тот биток, который они использовали, как будто бы еще рано использовать для того, чтобы
вот, блядь, вступить в сферу, вот эта вот мода повторяется, я не знаю. Типа это mm-hmm. достаточно такой еще, ну, блядь, биток, я не знаю, какого там 14-15 года, который сейчас на данный момент кринжово звучит. Вот что я думаю. Ну и, соответственно, текст тут мало чего зарешал. Какое твое мнение? Бля, да я просто весь трек вот так слышу, типа вот. У, какой богатый, у, хромхарстню жопу, у, что-то такое, блядь. Ну, типа, блядь, ну вот я тебе говорил, что вот возможно реально вот будет такой альбом, что они ебать заебались быть богатыми. Они уже не голодные, типа, и вот они будут про это пиздеть каждый трек. Это такая хуйня, блядь. Не знаю, как будто сказать нечего было. Второй трек подряд в ауте пока что. Первый, по-моему, хороший был, да, такой необычный. Что? Что было? Первый был хороший. Но если не считать интерлюдию, да? Слушай, мне понравилось вот, типа, первые три. Ну вот объективно они из себя хотя бы что-то представляют. Вот «Ринопластика» и «Папарацци» — это как-то, ну, какой-то пиздец пошел, я не знаю пока что. Yes, sir. Следующий трек «So Good». «Frank Ocean». Нет. Сейчас же были «Папарацци». Сейчас был «So Good». А, да? Я, видимо... Ну да. Да похуй. Это «So Good»? «Папарацци», значит, были, да. Backseat, oh my god, сделал суку Frank Ocean Gamble, да хуя, мне только дает мощь, жари, не реток, она хочет мой промоушен, блин, я лава ламп, unpredictable motion, реально, я до гроба стал вобьян, не бывает в public places, Кардашьян, 100% органичный, он и цап, heart rate, и 808 на низах, говорю на дорогой секс флоу, за мой базар отвечает Адероу, каждый день за weekend tonic soul. Я Лювен, ведь она лежит на любовь. I'm a rule boy, boy, прямо шабала. Копия габрит, вона, вона, хука. Ты ебаный кринж, мне это сказал Кай. Бро, чего ты тянешь, налива мне спрайт. What the fuck, what the fuck. Скини папи флоу, what the fuck. Два русских взяли истя. Два русских взяли истя. Два русских взяли истя. Фристат, тоже видела, сказала, тату норм так. Они тут чил в моей голове поток. Я люблю лугу, мы будем делать на бэксит. Бэксит, о май гад, сделал суку Фрэнк Олшен. Гэмбл, да хуя, мне только дает эмоушен. Шари, не реток, она хочет мой промоушен. Блин, я лава ламп, unpredictable motion. Реально, я до гроба стал в объян. Не бывает в public places, Кардашьян. 100% органичный, он и цап. Heartbreak, и 808 на низах. Я как Алекс, в конце не худощавый, будто смерть. Я и братик, до конца, будто мы король мышей. Родись бы мы в Штатах, но были бы Джон и Джек. О, темноте, короли ночей. You better get ready, the demons are coming. The demons are coming when the sun. Стоп. Это был трекан «So Good» или нет? Этот был «Frank Ocean», а прошлый, я помню, наебался, это был «Папарацци». Но у меня просто так по списку, блядь, вот сейчас был «Frank Ocean», до него был вот «So Good». Вот я и думаю, типа, здесь дохуища раз повторяется «Frank Ocean», а «So Good» мы как будто скипнули, да? Хочешь, проверим? «So Good» включи. Было же, да? Был. А, все, значит, да. Да, и вот это вот «Frank Ocean» как раз. Блять, ну пиздец. Я хуй знает. Даю первое слово тебе. По поводу трека это... Да. Ну, блять. Обычно альбом как собирают? Вот сверху пиздец разъеб. Ага. Да? Вот прям пиздец мясо, блядь. Если по их мнению это, блядь, мясо, то я в ахуе, что дальше будет. Но там еще есть вот Трэвис Беркер, блядь. Я его, блядь, хочу послушать, что они там поорали. Вот, поэтому если вот
Может быть, у них наоборот, мид хуйня или лоу хуйня вот сверху, а все, что заебись, снизу будет. Типа, знаешь, для тех, кто пережил вот, вот эту первую часть, дошел до конца, там разъеб вас ждет. А пока что это вообще хуйня. Вот я не знаю, только один бы трек, может быть, два добавил. Переслушать. Меня вот конкретно в этом Frank Ocean понравился момент, когда там пошел вот этот вот флоу, короче. Блять, надеюсь, ты понял, типа, вот это вот. Angel, я не знаю, ну как Angel, да, когда там зарешал, да. Типа вот этот моментик там, блядь, на 20 секунд, типа нормальный, а остальное, ну, блядь, вот такое вот. Сейчас понятно. Сейчас 2017 будет или да, что? Да, вот сейчас вот 2017, вот это по логике должен быть разъеб, блядь. По сниппету это очень хороший трек был. Let's go. Let's go. Икай, double R, сука, heavy metal 2. We don't give a fuck, we don't give a fuck, реально. Прыгай на мне задница, прыгай на мне задница. Чувствую себя как фейс 2017. Мы как глюкоза, Россия, слушай, это нравится. Если деньги суки, я знаю, как им понравится. Хуй, хуй ты мне понравишься. Этот рэпер, 10 вайпер, хз, как он называется. Типа влево шаг, вправо шаг, деньги просто спаунятся. Скажи, что слушаешь вайпер, если хочешь ей понравится. Факт. Вайпер лига, это чемпион. Теперь как Нико Беллик на FM Владивосток. И ты ничего не дропаешь, потому что у тебя застой. Ты переводишь чужой рэп, а у меня секси рэп. Бам-бам-бам, тебе не уклониться. Присядь на колени, питабу, мистер. Еще ниже, еще ниже. Если сейчас ты прыгнешь, твоя мама погибнет. Блять. Прыгай на мне задница. Прыгай на мне задница. Мы как глюкоза, Россия, слушай, это нравится. Если деньги суки, я знаю, как им понравится. Suicidal tendencies, suicidal tendencies, suicidal tendencies у половины рэперов. Не прошло и, сука, половины хэви-метала. Они уже кроются, они уже ловят бледного. Чувствую себя угрозой для всей планеты. Алла-алла, алла-алла, а где ты? Как вы выглядели год назад, вы сейчас одеты. Посажу лохматого, как песика в джерк клетку. Бэквудс, обнимаю бездну. Твоя хона фейк в стиле, и она без буб. Таблар между народа бесконечно стрельнут. Знаешь, когда вокруг бесконечно суки, ты бесь, сук. Прыгай на мне задница. Прыгай на мне задница. Чувствую себя как фейс 2017. Мы как глюкоза, Россия, слушай, это нравится. Если деньги суки, я знаю, как им понравится. Окей, окей, окей. Да. Подожди. Вот. Цитирую. Nine Mice. Буквально 20 минут назад. Базару нет, припев пиздец. Его слова. Куски ебаного бездарного дерьма с необоснованно высоким эго поют на сцене своим тикток-моменты каждую пятницу в атмосфере и бейсе. И вам это нравится? Меня тошнит просто, блядь, от этого цирка ебаного. Nine Mice. Nine, сука, Mice. Nine Mice. 2017 год, фейс. Дам. Дам, блядь. Не, я так скажу, типа, сниппет покруче звучал, потому что там, блядь, ну вот, басы в машине были там, типа, ну вот, перегруженная вся хуйня, конечно, релиз-версия, она послабже, ее надо, блядь, я не знаю, ну вот, либо перегружать, либо, блядь, на нормальных колонках слушать. Но трек ничёшный. В нем это, в нем, по крайней мере, есть свэк. Свэк имеется. Ритмика, свэк, под это реально качаться можно, это хороший трючок. Я и говорю, бас надо перегрузить. Да. В принципе, сказать больше нечего, можно переходить к Да Винчи. Let's go. Let's go. Столько тут есть, тут есть, тут есть, нет. Столько тут есть, тут есть, тут есть, нет. Столько тут есть, ты выебывался, и ты довыебывался. Она крутит. Бля, биток пиздатый.
бесконечно кружится, сводит меня с ума. Она открывает рот и называет тьмой. Big bitch, I be spinning around the world like Vitru Vien, man. Feeling like Da Vinci, но я мэн постоянно как Мэг. На мне спел от old bitch, and she's giving me new sense. Она хочет секс, но у меня к ней больше нету сенс. I ganal demon травму. Ай, задел, задел ее травму. Я разобью твое сердце, похуй на карму. Зло тебе сделаю твоих подруг. Спросишь, это треугольник или сердце? Чтобы увидеть истину, ты принесешь мне жертву. Но мне сейчас так много, я не спал где-то неделю. Меня поймут только тогда, когда дела под зимней будут. Я с ней ебаться не буду, я кручу ей как куклой воду. Мы флексим, это фиш культура. Сука, оставить спелсы ми, куда футура. Вы рэперы, макулатура. Из деревни типа Ру. Я звоню, суки, говорю, була. Помню, когда-то делал тоже крэп. Ча они едут головой на нас, это spiritual cramp. Всегда как вампир, не нужна мода на слово вэм. Ебал вас в реале в GTA 5 RP и в сам. Я D.O.G. На меня смотрит семья. G.O.D. На кого смотрит она? На мне снэпэ. Я выгляжу, будто Том Дилан. Семь дней в лес, как святая неделя. Она крутит, 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 крутит. Своей попой. Столько тутис, тутис, тутис. Нет, я их не запомню. Они бесконечно кружатся, сводят меня с ума. Она открывает рот и называет тьма. Блять. Для меня тут пиздец, как зарешал биток. Вот, бит хороший. Вот я не знаю, вот чтобы мне угодить по вкусу, блять, нужно сделать что-то атмосферное, ну и в то же время разъебное, блять. Вот здесь вот, ну, я не знаю, мелодию такую сделали, как будто вот, ну вот, про какую-то они грустную историю базарят, в том же время, типа, драмку сильную добавили, это сыграло свою роль. Типа, опять же, ну, похуй на вокал, сама атмосфера трека уже огонь. Мне понравился, я бы добавил. Я бы переслушал. Ты бы переслушал? Да. Я бы переслушал. Что давай next? Чтобы тебе угодить по вкусу, надо один казат. Что у нас next? LMFAO. Ржем как можем. Погнали. Бип-бип.
Я по лицу вижу все у тебя, если честно. Фу-фу-фу-фу-фу. Да. Да, есть такое. Чисто. Огромнейший закос на Тимати, типа прям, ну, воплощение его старых треков, да. Ну и вообще вот этого, в принципе, поколения, которое там, блядь, вот, ну, выросло на таких. Я пиздец крутой, у меня пушка, а вы отстой, вот эта вот вся хуйня. Как будто бы неплохой трек, но, блядь, разнообразия пиздец не хватило. То есть, ну, я хуй знает. Трек на одном дыхании не прослушать, он для меня лично длился, ну, достаточно долго, я не знаю. Чё скажешь? Да, кстати, есть такое, как будто он... Они все, блядь, идут по 2 минуты, вот этот как будто долгий был. Я прям уже заебался от него. Как будто можно было его на 1.5 минуты сделать. Да как будто он вообще не нужен, блядь, здесь. У меня такое ощущение, блядь. Как будто синглом бы, блядь, и вообще заебись. Бля, если они реально хотели вот в эту попсу, такую вот около попсу. Да, да-да-да. Блядь, дропнули бы отдельно, а heavy metal бы отдельно, блядь. Знаешь, как у Платина, вот он сделал парочку там, 5 треков у него было на Платине. С этим, блядь, как он называется... Господи, блядь, забыл нахуй. Ну, ты понял, его предыдущая... Sosa Music Type Sheet вот это. Да, вот, да. Отдельно там были треки, типа Sosa Music 2, а потом Платина. Ебать, разъеб был бы вообще, блядь. То же самое. Ну да, типа обобщать это в одну хуйню heavy metal, это как будто бы, блядь, нелогично. Это, ну, это нихуя не heavy metal. Это, блядь, круто, то, что они, ну, сделали что-то уникальное лично в своей карьере. Какие-то вот, ну, новые движения начали делать, под вот такие битки начали писаться. Но это точно не Heavy Metal 2, это, блядь, ну, должен был быть какой-то, ну, другой альбом. Выделили бы какую-нибудь отдельную EP-шку, блядь, именно под этот стилек, там, какой-нибудь, блядь, гламур стайл бит, нахуй. Назвали бы эту EP-шку и все. И ну, запыльнули бы туда половину треков, вот, которые мы сейчас слушаем. Это ТикТок. Ну да, возможно, ТикТок, да. Чисто тиктокчные треки. Чё, Айс Алабастер? Айс Алабастер — это разъёб, поехали. Вот я не знаю, сниппеты выгружаются, они мне, блядь, с нулевой как-то нравятся. Наш меншин слили в Ютуб, теперь видно, как мы живем. Охуенно. Худеть перегруз, блядь. Пиздата, инфинити зарплата. Наше Е теперь прохлада. Айс и алабастер. Айс и алабастер. Айс и алабастер. Шарис BBL свела меня с ума. Она из колобаса. Сати, тем хабари сати. В доме 8 бедрумов и 25 бафрумов. Это классика. Вайбер, лайк и кросс вайбер. Мы придумали этот стайл. Теперь можешь байтить. Нас хочет Трэвис Паркер. Я топ-модель и хантер, типа как Алис Консани. И я не знаю реально, ууу, реально ли ты лайк ми? Сука, брат, как Чарли. Привет. Нахуй твою драму, ууу, нахуй твою драму, ууу, нахуй твою драму, ууу, нахуй твою драму. Юху, хую. Ай, хую. Я ебал любую драму, прописался это в райдер. Ты голая в циклораме, поймала в DM инвайте. Будь ебанутым, I like it. 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 Допустим, считаю себя самым пиздатым. Допустим, я храню на суку компроматы. Я будто рутин, у меня разные кадры. Если она сольет мой дик, заставлю ее плакать. За тебя нам стыдно, тут о чем мечты в дюраке. Говорите, Эдвард, нет, это хорошо, блять, это хорошо. Он пиздел, попал с моим ботингом на свидание. Схожу по голосу мага, серебро или сияние. Я на той тусовке, куда всех не приглашают. На мне глаза Меган Фокс на пати в Sunset Drive. Я не педа, но я шарить чего-то лишаю. Дай бог не быть скучным, как вора, как будто старый. Блять.
Не знаю, мне все вдоль и поперек понравилось. Типа, что и Ice, и что Alabaster, типа, обе части. Ну, я не знаю, блядь, здесь, наверное, зарешало вот этот перегруженный бас, потому что, типа, я думал, его здесь тоже уберут, как и в этом, в 2017-м. Но здесь, блядь, его оставили. И как будто это, ну, это прикольная штука. Это прикольная штучка. Я себе добавлю. Ну, ты ценитель просто. Ты ценитель такого. Скорее Тай. Всего, да. Просто, Тай. Да, вот он как сниппет выгрузили, блядь, я сразу понял то, что я этот трек 100% добавлю, типа, и он оправдал мои ожидания. А ты, я так понял, чисто поржал с него. Блядь, структурно... Да в пизду, нормальный трек, ну, блядь, ну хуй знает. Я больше, знаешь, думаю... Слушабельность — это одно, а они все-таки концертники, по большей части. И вот этот трек на концерте будет жестко ебать. Жестко ебать, это факты. Если кому-то в наушниках не понравилось, да вообще похуй. А если на концерте они смогут вот с этим нормально басом там настроить вот это вот окружение, все и сделать. Чтоб там у всех перепонки перебивало, да, блять. Да, базару ноль, это будет охуенно. Типа, любой чувак выйдет, вот который даже такой не слушает, попадет туда, он разъебется 100%. Типа вот, если он не душный, конечно, еблан. Maybe. А так, в целом, вот сидеть чисто на наушниках, слушать вот это и, типа, что-то делать или двигаться, не знаю, я даже в зале его не включил. Вот бразильский фонк я включил бы в зале по приколу. А это, ну, вряд ли. Такой, знаешь... Ну, этим треком они вот реально обозначили то, что, ребята, мы едем с вас собирать, блядь, деньги. Копите деньги, блядь, на концерт, скоро будет второй тур, блядь. Да, ну вот пишут, типа, я на колонках, но вы дома сидите, блядь, не путайте эту хуйню, дома сидеть, слушать, разъебываться у одного и быть там вот в толпе людей, даже ебаных маленьких вайперов. Две совершенно разные вещи, верно? Это разные вещи абсолютно, то есть как бы, какие бы претензии не было, не были в наушниках слушать это вот дома, блядь, то, что там будет, это вообще небо и земля, вот. Не, хороший трючок, я ставлю ему лайк, можно идти дальше. Let's go. Туса VIP. GTA Type Beats, погнали. Welcome, ladies and gentlemen. This is the most rich party in Москва. Это туса для VIP, туса для VIP, туса для VIP. Нет, нет, нет. Туса для VIP, туса для VIP, VIP. Туса для VIP, 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 музыка VIP, девушки VIP, диджей VIP, sorry, VIP, VIP, basic bitch. Крутятся диски, большие сиськи, мокрые киски, закрытые списки, меню по-английски, секси баристы, иностранный виски. Туса для VIP, 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 туса для VIP. Да. Мы богатые иностранцы, нет рандомных людей на нашей парте. Я очень не устал писать альбик. Nice, как Рик Рубин Чай на диване. Эй, багажнику больно от Луи Виттона. Соблюдаем только VIP законы. Наша музыка на весь отель, наша зона. Наша музыка очень громко. Сука выдыхает от никотин. Чувствую себя как Prime Timothy. Сука выдыхает от никотин. Ну вот просто Prime Timothy. Это туса для VIP, 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 туса для VIP, 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 музыка VIP, девушки VIP, диджей VIP, sorry, VIP, VIP, WTF, VIP, VIP. Мимо. Не знаю. Ну слушай, там Toxic 2 вышел, а не вы. Как бы, блядь, там пиздец у меня ожидания. Я люблю Си. Это, конечно, мимо, блядь. Я не знаю, они там вот, ну, у них пролетела фраза типа Prime Timothy. Блядь, опять же TikTok трек. Хуй его знает.
для вот этих малолеток, которые любят шляться по ресторанам, блядь, и клубам, типа такой, VIP, VIP, блядь, будут снимать свои нахуй эдиты, я хуй знает. Больше мне нечего сказать про этот трек. Ты все по факту сказал, тут нехуй сказать. Вообще нехуй сказать. Да. Мне есть что сказать про следующий трек. Это уже будет «Опиум». Потому что этот «I Love God» — это тот первый сниппет, который они выкладывали около машины. Джексон. Следующий тречок — это «Опиум», а после него «Smells Like Teen Spirit» — это будет уже постпанк, вроде. Поэтому сейчас хоть какое-то разнообразие в плане жанра пойдет потихоньку. Let's go. Ну, «Опиум» сдох, да, это факт. Ща, жестко нам повезло вчера. Мы бы сели, блин, навсегда. Сипаю чай в Аризона. Погоду я нашел бога вчера. Да, было страшно. Отойди, Кай. Чё? Я прыгаю. Вход там. Куда? Я прыгаю. Вход там. Куда? Я прыгаю. Вход там. Прыгаю по самым светлым нотам. У тебя плохой хир, если никакого вали попа. Блин, мы дети и кипопа. Мы дети и кипопа. Мы дети и кипопа. Да, мы дети и кипопа. Бля, я стопну. Копа, это... значит, нету знака это... стопа. Это так нахуй заебало, блядь, ну ты вот прикинь, был гадсистом, где он пиздец как спамил одними и те же фразами. Да, просто да, нахуй да, постоянно, да, 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 блядь. Да, хуйнище треков было таких. Riot, делай Riot, блядь, вот эта хуйня, это просто пиздец. Ну ладно, на гадсистеме он этим погрешил, типа окей, там вот это, я могу понять, Кен Карсон, блядь, эту хуйню делал там, блядь. Я, кстати, вспомнил, откуда я спиздил этот трек, блядь, «Экзорцист», блядь, это было с этого, блядь. Хардкор, хардкор. Я что-то такой сижу. Экзорцист, экзорцист. Блять, это оно, я думаю, это оно. И вот тут то же самое, блядь, ну сколько можно, уже столько времени прошло, блядь, ну сколько можно выдаивать эту корову, блядь. Она уже сдохла, блядь. Ну вот это вот как будто тречок, который они еще типа неосознанно записывали во времена, когда они еще не отошли от «Опиума» и просто ради прикола решили запихнуть типа на альбом. А потом, блядь, дохуища треков, ну, в стиле нулевых добавить, типа, и вот, типа, получился heavy metal. Но это, конечно, полный пиздец. Вот этот «I Love God» — это вообще супер мимо. Не отошли от «Опиума». Не отошли от «Опиума», да. Это пизда вообще. Надо дослушать там еще половину, блядь. Фух. Я выступал нелегально в том году в Европе. Мы скучаем по лоте в моем капе «Holy Water». Давим шею русскому рэпу, как будто Джокер. Но все очень злой, как будто Джокер. В Лас-Вегасе, в казине я не играю в покер. Жалею о татуировке. Да я вообще стер бы все свои татуировки. Ну ладно, может не совсем, но мы на другом уровне, мы говорим о боге. Небеса накажут, если хочешь, try me. Твой флекс базовый, будто бит от армии. Это мой world, и nobody can stop me. Вайн герлу нравимся мы, а не они. Я люблю Бога, я люблю Бога. He just mingled, he just mingled, he just mingled. Oh my God, I love God. Ну ладно, вот эта вот фраза... Вот это вот, блядь, вот эта вот фраза, типа, я бы стер свои, типа, татуировки, я люблю, потому что я люблю Бога, блядь, это, ну, ну ладно, это окей. Остальное, короче, вы сами поняли. Smells like Teen Spirit идет 6 секунд, блядь. Это вот это этот, это он, короче, блядь, чем сниппет? Это интерлюд, да, типа, наверное, ко второй части альбома они такие, типа, ща ебать. А, точно, у них же еще вторая часть, да, вот этого, блядь, heavy metal должна выйти, точно, точно. Вот там будет реально heavy metal, да, блядь.
Ой, ну давайте несчастные секунд, 6 секунд послушаем. И все? Не, подожди, вот, Hollywood Takeover. Да, оговорился, не постпанк, а просто панк. В любом случае, типа, все, что мы услышали на сниппете, это оказалось всем треком. Ну вот, блядь, такой, знаешь, прожженный металхед, вот такой чувак, вот, который вот всю жизнь на металле, вот это послушает, скажет, ну, блядь, maybe для рэпа, типа, это... заебись. Да, да. Типа вот OG Buddha был какой-то сниппет, где-то зацепил его. У него был тоже там такой, знаешь, E-type рок, блядь, битос. И он там звучал пиздато. Для него это было круто. Если он тропнет такой один трек, дай бог, когда-нибудь. Просто послушайте, интересно. Но для Кай Энджела, который умеет скримить, блядь, это вообще хуйня полная. Типа он да. таких треков может 10 нахуячить. Этот чувак вообще, ну... с вокалом хорошо работает. Очевидно, что он умеет скримить. Ну, он же, блядь, это, на каком-то интервью даже заикнулся то, что в конце концов его творчество уйдет, типа, полностью в эту линию рано или поздно, потому что, ну, типа, его рэп заебет, и он, ну, просто захочет ракешник делать. Но, видимо, блядь, я не знаю, они вот в своем сообщении написали то, что после Heavy Metal 2, ну, типа, вот этих обе частей, которые они выпустят, не знаю, что они под этим имели в виду, типа, будет полная реинкарнация Кая и Майса. На Майса мне, в принципе, ну, так... А вот Кай, ну вот, я очень надеюсь, то, что он уйдет в ракешник и будет делать, ну, что-то реально интересное. Все, мы услышим что-то, блядь, не для школьников, ну, помимо рэпа, блядь. Короче, вот, что я думаю, да. Ну, Тарде такую хуйню написал, это фулл-троллинг альбом, это нельзя слушать, вы что туда анализируете до сих пор. Бля, maybe это факт, но, может быть, они, знаешь, вот на фулл пост-иронии двигаются... Мы как ебланы сидим, анализируем это. Вот. Но, честно, потому как они двигаются и то, что они говорят, мне так не кажется реально, что вот что это прям, знаешь, какой-то нарратив пост-иронии, блядь, обернутый в пост-иронию. Мы сидим такие, типа, мы дебилы, а они пиздец умные, потому что... Наебали всех, блядь. Да, ебать, мы такие, блядь, антихайп. Это не антихайп, чувак. Слава КПСС, это антихайп, а все остальное это хуйня. Тут нет подтекста, что типа мы всех наебали, мы всех выебали в рот. Хуй знает. Хуй знает, может, я ошибаюсь. Тем не менее, у нас осталось 5 треков до конца альбома. Так что да. Дослушиваем. А, ну, в принципе, один из них мы уже полностью слышали, так что можно считать то, что 4 трека. I Wanna Be Your Dog. Будет ли это ракешником или нет? Базар, слушаем. Я думаю, да. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight razor, if you get too close to me. Фанка, и ты знаешь, хитнул ее мягко, жестко Билли Айлиш. Хит-мод сделали альбом, ты ступки шаришь. Нахуй бренды, я и так знаю, я сталишь. Фрики ебут в рот по свегу.
требует техники. Внимание, внимание, уберите детей от иконов. 18 плюс, ультра-вайленс катана. Heavy metal 2 на всех экранах. Открывайте круг для этого ритуала. Шире, 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 еще шире, еще шире, еще шире. Разъеби эту квартиру. Я просто хочу быть твоим псом. Я просто хочу быть твоим псом. Теперь я готов закрыть твои глаза. Я просто хочу быть твоим псом. Жопы жестче, чем у Ice Spice. Она двигает не так, что boys wanna cry. У тебя краш на меня, но у меня нет на тебя. Ты знаешь, о чем я, дебит реально больше, чем два. Из-за таких, как ты, Режина, я теперь ношу резину. Могу позволить себе оставить 3 ляма в магазине. Что скажешь? Скажу то, что это... Ну, блядь! Это вот как, ну, Ева написала, даже не трясет, блядь, уже. С этого просто, я не знаю, фейспалм ловишь и все, блядь, я не знаю. Чего вот это вот не выкупил, я просто хочу быть твоим, блядь, что они сказали? Псом, нахуй? Псом. I wanna be your dog. Это этот, блядь, отсылка к треку. Блять, забыл от кого. Да-да-да. Не помню тоже исполнителей, но Блять. Да, был такой трек. Карты, деньги, два ствола или что-то. Да, такое, о, блять, из вот этого фильма стопудово, да, было. Да-да-да. Сука, я забыл, от кого это было. Ну, какая-то вот, ну, в свое время очень популярная группа была, да. Стугес, Студжес. Что-то такое там. Название у них такое сратое. В любом случае, блять, ну, на меня, на самом деле, в моменте я подумал, типа, чё, они это делают отсылку на пошлую Молли, типа, потому что там тоже я хочу быть твоим песиком, вот это тоже хуйня, блядь. Там это проскакивало. А потом, да, я что-то такое, I wanna be your dog, там, да, это больше подходит. Yes. Чё, Hate People? Hate People, да. Это вот как раз играло из тачки в авиапарке. Я заранее, ну, подозреваю то, что это хуйня, погнали. Думаю, я перестал быть злым. Никогда в жизни. Я злой. Я злой. Я ненавижу, я ненавижу, я ненавижу. Я ненавижу, когда люди со мной базарят. Я ненавижу, когда люди со мной базарят. Я ненавижу делать карты глазами. Я не хочу общаться с людьми, пусть они знают. Ты меня раздражаешь, твой интерес, это ужас. Реально, 40, люди примерки, я ни одного из них не знаю. Я падаю в кейп-хол, пока слушаю сайрен. Реально, карты-кит сказал, что я охуенно одеваю. Мои суки, 50, она динозавр. Я был дома у MJ, ладно, пусть они знают. Я не будто Мерлин Мэнс, я его знаю. Я ненавижу слова дизайн. Я ненавижу, когда люди со мной базарят. Я ненавижу, когда люди со мной базарят. Я ненавижу делать контакты глазами. Я не хочу общаться с людьми, пусть они знают. Я ненавижу, ненавижу, ненавижу. Я ненавижу, ненавижу, ненавижу. Я ненавижу, 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 ненавижу. Я ненавижу, 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 ненавижу. Проснулся в Голливуде, сделал кофе и поехал в Беверли-Хиллз. Сделал зубы, заехал в Оревон, пообщался с парой милфс. Показал им твои клипы, они такие, фу. Ваня и Дэнкс, они смотрят на нас, как будто мы боги, мы короли, мы кингс. Я ненавижу, когда люди со мной базарят. Скачу по имитару, по своей электрогитаре. Я ненавижу, когда люди со мной базарят. Но вот это, сука, секс, I wanna be your dog, хочу быть твоей собакой. У меня сейчас вот закрылась такая мысль, типа, если бы вот этот трек вставили в начале альбома, типа,
мы бы от, ну, типа, первого ожидания, то, что это хороший альбом, разъебали бы с него лучше, чем сейчас, или нет? Тоже, блядь, хорошая мысль. Потому что, типа, здесь, ну, вот, ну, трек кочевый, бас перегружен, это определенно концертник, но, блядь, он уже под конец альбома, впечатления у нас сложились такие, типа, 50-50, ну, и даже в плохую сторону, и, ну, априори этот трек уже кажется таким, типа, блядь, давайте уже быстрее дослушаем альбом, меня это уже все заебало. Вот если бы он, ну, в начале альбома был, я хуй его знает, изменилось бы что-то или нет. Бля, знаешь что, вот я вот слушаю тех же, блядь, помимо бита, я стараюсь что-то, блядь, расщупать. И я давно смотрел интервью у Ита, еще до 2093, вот этой всей движухи. И даже, блядь, Ит сказал, он белый чувак, что белые читают в таком стиле, что я сделал это, я пришел туда, она мне там отсосала, потом сделала что-то еще, блядь. И вот в таком ключе, что типа сделал это, сделал то, блядь. Нету какого-то, знаешь, блядь, обертки, блядь, у трека. И вот он сказал, что белые так читают, блядь. Я вот сейчас слушаю, реально, как белые читают. Вот у них реально вот сейчас вот весь трек был, блядь, что они что-то делают, кто-то что-то сделал, блядь. Я кого-то там ненавижу, блядь, и тогда да, вот это да, вот. Что-то такое, блядь, ну вот. Пришел, сделал это, сделал там, блядь. Ну, не знаю, блядь. Короче, завалил ебало, но это какая-то хуйня. Должна быть какая-то, я не знаю, ну вот и, блядь, чтобы трек был интересный, должна быть какая-то история минимальная, последовательная, блядь, а не просто набор слов, которые, типа, выставляют тебя пиздец каким красивым. Да, блядь, ну ты вот сравни панчи, вот я не фанат Ауджибуды, блядь, но как он строит свои панчи, что у него происходит в треках, да? Иногда прикольно, да, иногда прикольно. Типа, есть что-то, какое-то повествование, тут как будто просто, блядь, бам-бам-бам, по барам поехали, блядь, потом припевчик. И вот просто, ну, как надо делают. Нету ничего в этом, мне кажется. Я не знаю, есть ли смысл включать Fire Alarm, это типа просто, ну, жесткая копирка Лейзер Дима. Они весь трек дропали там файл аларм или нет? Ну, если он идет на площадках минуту, значит весь. Базар Джексон. Murder on Dance Floor? Думаю, да. Let's go. Убийство на танцполе. С тобой не чувствую боли. Нет, куда-то не убегаю. Мы так недавно знакомы. Ты исчезла, я в обломе. Ясно, я не летаю в экономе. Удали мой номер, 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 удали мой номер. Опять повторение, блять. Удали мой номер, удали мой номер. Она пытается стать хай. Это же нет, way. Серп, я. Серп, я залила. Кейхол, я пропадаю. Беллэйри, отвистаю. Мама, улыбки снимаешь. Ух, шарю, слушай песню. Она такая. Она такая, she's so fire. Дай гоняю в highway. Сама гоняю, да сама на лэмбо. Цвета лайма, Блок не просто так, дал варик делать BBL. Ограничение скорости на шоссе под тихой L. Я не trust nobody, trust только myself. Только myself, делай эту грязь yourself. Чувствую себя как Йонатан. Катаюсь по штатам, мы сипаем Аризону, да. Ты ебаный кринж, если ты говоришь, шакаю фан. Я так делал год назад, еще не будь ни с кем из вас. Покинуть Россию во время хайп, мой тайп-шит. Делай то, что было хайп год назад, твой тайп-шит. Пусть WhatsApp шатал с легендами наш тайп-шит. Перевести весь альбом, флопнуть ваш тайп-шит. Вы не наш тайп-шит. Вы не наш тайп-шит. Вы не наш тайп-шит. Вы не наш тайп-шит. У нас свой тайп-шит. У нас свой тайп-шит. У нас свой тайп-шит. У нас свой тайп-шит. Первое слово предоставлю тебе, потому что я вижу, что, ну, этот трек тебе явно зашел больше, чем мне, по крайней мере. Ну, бит понравился мне, если честно. Такой pure burnout бит. И вахуй с того, кто его сделал. Это наш чувак, пацан. Так они же не первый раз от русских чуваков берут биты. Кто это сделал? Есть имя? Гернульд у него никнейм. Я на его биты тоже залетал.
Вот, он прикольно делает, у него есть свой стиль. Но я в ахуе, что он именно такой бит сделал, потому что у него обычно они разъебные, какие-то такие тяжелые, а тут такой лайтовенький в стиле Пьер Берне. Mm-hmm. Но это такой, знаешь, этот, блядь, Playboy Carti, Mali Type трек, если слышал его. Такой прям Hellcat. Меня просто, блядь, читка бесит. Я не знаю, бит сам по себе, да, такой, типа, лайтовый, кайфовый, но... Но это карте 20-го года. Ну блядь, да. Базару нет, да. Такой, блядь, на фончик включить незаёбный трек, а так в целом нечего сказать. Ну да, это фактически единственный трек, который тебе, ну вот на альбоме не грузит мозги. Первый и последний, я так думаю. Бля, с другой стороны, мужик, он на хэви-метале, вот этот трек, блядь. Если так подумать, блядь. Пиздец вообще. Я говорю про, просто типа, ну... От балды назвали, чтобы, блядь, ну, прослушивание собрать и все. Потому что уже не знают, на чем хайпить. Heavy Metal 2 — стопудовое название не для этого альбома. Любое другое, только не Heavy Metal 2. Я не знаю, если они выпустят вторую часть, я надеюсь, там они, блядь, просто в первом треке скажут: «Ребята, вы что, реально думали, что это, блядь, Heavy Metal 2? Типа, сейчас мы, ну, устроим реально какую-нибудь хуйню». И, ну, выпустят, ну... Какой-нибудь ракешник там, может быть, чуть-чуть вперемешку с ну, разъебной драмкой. Что-нибудь такое. Очень сильно надеюсь. А впереди у нас последний завершающий трек Homecoming. 3 минуты нахуй. Возвращение домой. Погнали. Let's go. Да ладно, тоже лайтовый? Бля, вот этот бит мне больше уже нравится. У тебя на сердце, я хочу тебе помочь. Baby, перестань кай, ведь я еду домой. Зачем мне сердце, если оно не бьется? Королевство трагедии, видишь меня монстром. Давай прыгнем за руки. Ой, блядь, это пизда. Очень сладкий трек. Ёбаный рот. Бля, ну вот это вот добивочная Кая, как он там вытянул голос в конце трека, меня прям вот, ну, типа, размазало. Нет, это определенная вот штучка, которая мне понравилась, сделана достаточно качественно, я не знаю.
Типа в плане, ну, какой-то лиричности, вайба, мне этот трек очень зашел. И сам биток прикольный, и, ну, исполнение меня прикольнуло. Этому треку я ставлю лайк. Я как будто трек Young Way послушал. И этого, блядь, Фурнвея. Если так вот голову отключить. А так, в целом, на аутро хороший трек, реально. На аутро это охуенный трек. Охуенный трек. Вот, базару ноль. Ну, как будто не на хэви-метал, блядь, опять. Ну, точно не на хэви-метал, блядь. Сука, меня вот это, блядь, распирает. А так? Да, да. Вопросов нет к треку. Хороший. Оба попали в автотюм. Хороший трек. Любовный такой, как будто они прям поебались на нем, я уверен, в конце. Я в это верю, я надеюсь, блядь. Мне понравилось. Хороший. Сколько баллов дашь альбому по Flowmaster Metro? Блять, Flowmaster Metro? Это надо тогда заходить на его сайт и, ну... Короче, навскидку, там же 90, да, максимум? Я бы этому альбому дал... Блять. 40. Во, вот Ева написала 40, вот я бы ему дал реально 40. Типа, это не 30... То есть там, ну вот, ну совсем полная залупа. 30 обычно полным, ну типа, из жалости дают. Вот типа 40 только за то, что там есть, ну вот сколько там, от 3 до 5 нормальных треков, которые я бы, ну себе добавил и на постоянку слушал. Но, блядь, если учитывать, что их 21, блядь, 35-40, я не знаю. Я разочарован, можно сказать, что да, типа я точно от хэви-метала я такого не ожидал. Это все что угодно, ну, но не хэви-метал, ну, это 100%. Это нельзя было так называть. Твое мнение. Да, я думаю, так же, так же. Я хочу Токсик послушать, блядь, меня аж трясет, блядь. У меня тестостерон упал, понимаешь? У меня эстрадиол повысился, я... Хочу тест поднять. Понятно. А так, ну, блядь, ну, по 10-бально, если, ну, это 5, реально, ну, то есть 40, блядь. Это не совсем говно ебаное, но это и не разъеб пиздец. Ну, согласись, для большого альбома спустя год 5 хороших треков, ну, это слабо, блядь. Да. Ну, это очень слабо для индустрии. Да. Есть такая хуйня. Если это, в конце концов, доберется до Ютуба, жду вас в комментах, блядь, ну, поднасрите там нормально, что мы, типа, не выкупили, это надо разжевать, ребята не почувствовали и так далее, я очень этого сильно жду. Да не, это разогрей просто, вот и все. Это разогрей.